Виталий Малкин добровольно покидает Совет Федерации. Сенатор подал заявление о досрочном уходе. Официальная причина не называется, но известно, что сегодня дело Малкина должны рассматривать на комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. Сенаторы подозревают в двойном гражданстве. От прессы поступила информация, что кроме российского, Малкин имеет израильский паспорт. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала провести расследование. В случае подтверждения сведений Малкина бы отозвали с должности.